Приветствую всех рыболовов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел рассказать о интересных рычагах от японской компании Noic, который называется Donkibo. А Noic, к сожалению, не очень распространен в России, но и в целом по модельному ряду он достаточно такой скудноватенький, но приманки интересные. Все формы какие-то своеобразные, и все они, конечно же, рабочие. А также, в целом, это уже далеко не первая моя приманка от этого бренда. Ловлю в разных условиях, очень нравится. А приманка поставляется в такой вот zip-упаковке. Ничего необычного, ничего специфичного. Сама приманка имеет у нас длину 3 дюйма. То есть это уже такие достаточно крупные приманки. Ну и по форме это у нас креатура. Таким вот образом она выглядит. Здесь мы видим такое червеобразное тело, не очень толстое. И в головной части находятся два крупных, таких толстенных, массивных, две клешни. В головной части два активных таких вот мягоньких, приятненьких уса. Ну и в хвостовой части также парочка клешень, но уже намного меньшего размера. В общем, пассивных элементов у приманки много. И особенно важную роль, мне кажется, играют вот эти верхних четыре. Массивные клешни отлично реагируют на такие рывки, подтяжки. Они прям играют очень выразительно и плавно. Усики же, они у нас трепыхаются, колеблются активненько на проводочке, на аккуратных рывочках, и рыбе это нравится. Здесь же, ну, такую они второстепенную роль играют, а бывает, кстати, их то, что откусывает рыба, и можно вообще смело ловить без них, они абсолютно, как мне показалось, на клев не влияют. Главное, верхняя часть. Приманку можно использовать с разными по форме крючками. Это одинарники, офсетники, джиг-головки. Тело это позволяет делать. Я в основном использую с крупным одинарником, либо с джиг-головками, небаровыми. Проводить можно разные анимации, но в основном, конечно, работают какие-то рывочки, либо волочения. Я использую эти приманки для ловли скорпен и горбыля на Черном море. И в целом показывают они себя там стабильно. А клешни живучие, само по себе тело тоже практичная, хорошая, красивая японская приманка для ловли разных хищников. Приобрести ее можно в интернет-магазине F-магазин, ссылку на нее я оставлю в описании к видео. Также там вы найдете промокод на скидку в данном интернет-магазине. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.